Малый и средний бизнес, критические ситуации становятся той подушкой безопасности, поскольку он более мобильный, он более быстро подстраивается под те или иные меняющиеся условия, не говоря уже о занятости и о другом, очень важен для развития экономики. Но у нас как практически стоит на точке замерзания доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте. Надо коренным образом менять эту ситуацию. На состояние инвестиционного климата, конечно же, мощное влияние оказывает налоговая политика. Речь идет прежде всего об окончательном достижении стабильности налогового законодательства и системы обязательных платежей. Интерес к инвестированию в российскую экономику сохраняется, а по ряду направлений даже растет. Мы надеемся, и для этого есть все основания, даже для уверенности, что важнейший государственный приоритетный проект «Ускоренное развитие Дальнего Востока» заработает, поскольку будет государственная программа, поскольку будут системные меры поддержки государства как отечественного зарубежного бизнеса. Без этого эту задачу не решить. Сейчас Внешэкономбанк и РФПИ заняты тем, чтобы выработать критерии оценки проектов, которые предлагаются федеральными органами исполнительной власти и госкомпаниями. Частный бизнес готов эти проекты рассматривать. Абсолютно согласен с Валентиной Ивановной, что главное, что интересует инвесторов, это предсказуемость делового климата, инвестиционной, фискальной среды, надзорно-контрольная стабильность. Это как минимум, а лучше снижение фискальной нагрузки, ослабление административного и правоохранительного давления на бизнес. И не случайно поэтому, что среди таких стратегических документов, которые способствуют росту инвестиций, являются и план действий правительства, который только что был одобрен. Индия, фармацевтика и Китай – это тоже ряд проектов и в пищевой промышленности, и в машиностроении. Работаем со всеми странами. В этом году 17 стран инвестировали в Московскую область. Уходят некоторые из тех, кто имеет с нами напряженные отношения, но и они, и General Электрик и Вариан открыли свои подразделения. Филипс открыл в Истринском районе. Поэтому мы рады всем, любому, каждому инвестору мы рады и максимально оказываем содействие. У нас удвоен бюджет поддержки бизнеса. По сути, на 2019 год как раз сейчас идет обсуждение регионального бюджета. И я уверен, это позволит привлечь нам дополнительных инвесторов. Сфера строительства очень хороша для сотрудничества. Наши страны оказывают друг другу взаимную поддержку и взаимную помощь. Китай заинтересован в таком рынке, ведь в России есть возможность роста. Китай и многие другие страны БРИКС крайне заинтересованы в российской экономике. У нас есть российско-китайский фонд, который активно инвестирует в Россию. Но важная тоже действительно тема российских инвесторов, потому что многие российские инвесторы готовы тоже, в том числе, возвращать те средства, которые были инвестированы вне России. И необходимо подчеркнуть, что РФПИ открыта к работе не только с иностранными инвесторами, но и с российскими инвесторами.